как Галя выходит замуж во Владивостоке. Можете ей что-нибудь пожелать? Галя, мы тебе желаем, чтобы твой муж был самым крутым человеком, никогда тебя не обижал. Чтобы любил очень сильно, потому что это самое главное. Привет, Галя. Чтобы свадьба была раз на всю жизнь. Счастья, здоровья, всего самого крутого, и чтобы вы были вместе не потому, что должны, там, а чтобы именно хотели быть вместе, и с каждой минутой все больше и больше. Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, unpacking the bags and setting up, and planting lilacs and buttercups. Oh, but in the meantime I got it hard, second floor living without a yard. Maybe years until the day my dreams will match up with my pay. Галина, главное позволить энергии течь свободно. Главное впустить любовь в свое сердце. Japremana Om Shri Ram Jaya Ram Japremana. Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time, that blondie. Check out my Chrissy behind, it's fine all of the time, like sex on the beaches. What else is in the teachers of peaches? Huh, what? Семья, дети, быт, кошки, собаки, классно. А полетели в Лондон? Там классные вечеринки. Хотя нет, лучше Нью-Йорк. В Нью-Йорке просто с ума сойти можно. Джазовый клуб, черная музыка. Она проникает прямо в самую глубь. Решено. Бармен, три зеленых феи с витаминами. Полетели? Галина, не слушай. Я знаю истину. От всех семейных неурядиц вас спасет только кастрюля горячей чечевицы. Нам, вегетарианцам, важно помнить о разнообразии ежедневного рациона. Понедельник – шашлык из чечевицы. Вторник – буженина из чечевицы. Среда – стейк из чечевицы. Четверг – бургеры из чечевицы. Пятница – борщ. Но, знаешь, Галина, если чечевица вдруг не удалась, есть вещи, которые мужчины любят больше, чем еду. Не надо мне. Боже мой. Счастье личной жизни. Чтобы муж был один на всю жизнь оставшуюся. И чтобы детишек много было. Вот чтобы у него все время хвост стоял трубой. Успехов в семейной жизни и здоровья. Мы передаем огромный привет. И какая у вас легкая подруга. Да, легкая подруга. Да. Повезло же мне. Поздравляем! 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 Хочу передать привет маме. Счастье дадим. Галя. Галя, Галя. Ты знаешь, что у меня очень туго с юмором. Я как-то больше по части поныть. Желательно, причем на твоем плече. С прозой у меня тоже очень плохо. Поэтому так. Эта женщина по имени Гала, как огонь самых низменных чакр. Ты так долго его выбирала, перерыв не один акр. На планете круглой и зыбкой ты искала свою половинку. Всех мужчин косила улыбкой и укладывала, как сардинки. И, сутулившись хлебной корочкой, я скажу, манжет теребя, Галь, но все они были сволочи и любили только себя.
Да, бывали, конечно, и плюсы. И по венам журчала кровь. Открывались под юбкой шлюзы. Но была ли это любовь? Геморрой, обиды, ошибки. В общем, полный душевный оврал. И вдруг молнии, мальчик улыбка. Раз, и сердце твое украл. Крепость пала и покорилась. Ты избавилась от оков. И душа твоя заискрилась миллионами светлячков. Поцелуй на запястье тонком. Воплощение лучшей мечты. А ты любишь его так звонко, как умеешь любить только ты. Я желаю вам самого светлого, чтобы счастье был полный КамАЗ. Две улыбки, одного целого. Это солнце проснулось для вас. Это море качает волной камни. Это белое облако машет ленточкой. Как всегда забываю сказать о главном. Я люблю тебя, моя девочка. Загадочно любим, в нем пропадают такие девчонки. Нам оставаться, ночевать в нем одним. Галина радуется. Очень-очень-очень. Галина делает так.